царевна посмотрела на поверженного злодея, лежащего у ее ног. «Все! Ты больше никому не причинишь вреда, злой колдун!» сказала она и с этими словами гордо покинула место поединка. Вот это да! Тяжелая какая, ух! Принцесса Варвара и представить себе не могла, что найденная книга приведет ее прямо в сказочную страну. Это что-то, я оказалась внутри сказки. Нет, стой! «Принцесса и дракон». Смотрите в кинотеатрах с 23 августа.